Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном суббота, 4 сентября, 8 вечера на часах, и сегодня я вам расскажу про первый урожай картофеля в сезоне 2021. Сразу скажу, что сезон выдался очень необычный. Первый год на моей памяти, когда на картофеле к моменту копки совершенно нет фитофторы. Поэтому определять спелость крайне необычно. Обычно бывает так, плеть съела фитофтора в начале августа, ну и примерно в конце августа копаешь. А тут плеть ложится, желтеет, делаешь пробу пера. Картофель имеет плотную кожуру, легко отрывается от ветки, значит пора копать. Выкопали примерно 1/3 от посаженного. Картофель крупный, относительно чистый и абсолютно нет мелочи. Так называемого гороха. В итоге сотки накопали 72 килограмма крупного картофеля и 12 килограмм отобрали на семена. Мелочи, повторюсь, нет. Осталось еще 2 сотки картошки. Если результат будет не хуже, чем сейчас, то 216 килограмм крупняка более чем обеспечат наши потребности на этот сезон в картофеле. Очень сильно не люблю покупную картошку. Что с магазина, что с рынка. Не знаю, как ее выращивают, но покупной картофель однозначное говно. Поэтому всем рекомендую выращивать картофель, ну или на крайний случай покупать его у какой-нибудь проверенной бабульки в ближайшей деревне. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны. Всем пока и удачи!